Про материальную поддержку канала и разбор композиции Colors смотрите в описании под видео. Первая фраза. В предыдущем уроке мы остановились на том, что прижимали пятую струну на третьем ладу, вторую струну на третьем, и мизинец у нас был на второй струне на пятом ладу. Оставляем только указательный палец, остальные убираем. Проводим сверху вниз по струнам. Далее, не убирая давление, скользим по пятой струне до пятого лада. И играем в этот момент снизу вверх. Часть предыдущего урока и начало этого урока вместе. Далее мы указательный удерживаем, добавляем на четвертую, на третью струну, на седьмой лад, безымянный и мизинец. И бьем слэп по струнам, от пятой до первой. Далее бьем бочку. После этого указательный палец удерживаем на пятой струне, на пятом ладу убираем безымянный мизинец. Играем снизу вверх два раза. Далее также указательный удерживаем, бьем по струнам большим пальцем и выбрасываем пальцы правой руки. Проводим сверху вниз по струнам. Прижимаем вторую струну на восьмом ладу мизинцем. Играем снизу вверх, преимущество по первой, второй, третьей. Далее бьем бочку. Также можно первую струну приглушить мизинцем, слегка его наклонить. Далее мы мизинец убираем, прижимаем вторую струну на седьмом ладу. Играем снизу вверх, также по первой, второй, третьей. Далее снова бочку играем. Безымянный убираем, прижимаем вторую струну на пятом ладу, указательный также удерживаем, играем снизу вверх два раза, далее бьем по струнам и выбрасываем пальцем, далее бьем мизинцем по второй струне по седьмому ладу. И в этот момент, когда мы бьем мизинцем, можно сыграть снизу вверх. Все пальцы, играем сверху и потом снизу. Первая фраза с самого начала. Далее мы повторяем урок седьмой. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. С вами был Иван. Увидимся в следующем ролике.